Всем привет, друзья! Вы на канале Sky Top Games, и это очередной выпуск новостей касаемо The Isle Everima. Ну а перед началом, как обычно, хотелось бы выразить огромную благодарность всем спонсорам на нашем канале за вашу финансовую поддержку. Ну а если вы хотите помочь в развитии канала, ссылочка на donation будет в описании. Итак, вышел очередной девлог разработчиков Everima за проведенный месяц разработки игры. Много чего мы уже слышали и нам показывали. Но в этом ролике раскроются многие карты, многие секреты. Многих информация в данном ролике разочарует. Многое понравится любителям Everima и таким ждунам полноценного выхода этой игры, как я. Отдельное спасибо за некоторую предоставленную информацию нашему осведомителю на канале Сильвестру Любовски. И, кстати говоря, пожалуйста, досмотри ролик до конца, чтобы потом на стримах не спрашивать меня о вопросах, на которые я стараюсь отвечать в каждом выпуске новостей. Спасибо. В этом месяце основное внимание разработчиков было уделено добавлению и улучшению всех новых динозавров, а также исправлению огромного количества проблем, вызванных переносом игры на новый игровой движок Unreal Engine 5. Но не все было связано с исправлением проблем. Появились новые дополнения, как я говорил ранее в новостях, такие как пчелиные ульи с очень злыми пчелами, новая озвучка для Траодона, новое действие яда. Траодон. Траодон станет настоящей машиной для убийства как джувиков, так и адолтов, но для убийства. Взрослой особи нужна будет группа. При этом нужно будет правильно подобрать момент и нанести урон ядом. Если ты нанесешь урон слишком рано или поздно, то яд спадает и придется все начинать сначала. Также у травоядных появилась совершенно новая анимация сдирания листвы с деревьев. Добавлены некоторые визуальные признаки. Эти новые анимации были добавлены для всех травоядных и также всеядных. Раз уж речь зашла о Траодоне. С самого начала давайте чуть продолжим. Тестирование Траодона. Совсем скоро начнется на закрытых стресс-тестах. Так что, как только начнутся тесты, я обязательно вам дам знать. И надеюсь, что эмбарго на это наложено не будет хотя бы в первый день. Ведь команда Quality Assurance потратила немало времени на выявление ошибок и прочего. Многие часто на стримах спрашивают, что сможет Траодон? Сможет ли он в одиночку противостоять тому же Амнираптору? Давайте отвечу. Траодон, он слишком мал, чтобы иметь возможность комфортно противостоять таким, как Омнираптору в одиночку. Поэтому мы должны будем обязательно группироваться, чтобы у нас был наиболее эффективный шанс победы. Хотя он идеально подойдет для уничтожения Джува. Глянем на небольшой ролик от разработчика Гипна. Бросок Траодона. Как мы видим, ядовитое набрасывание похоже на прыжок Омнираптора. Кстати, Траодон, будучи таким маленьким, будет и самым быстрым, как он есть. Это будет обозначать нам, что любую встречу легко будет пережить. Просто бегите в любую сторону и не оглядывайтесь назад. О переходе на новый движок Unreal Engine 5. Переход, как заявляют разработчики, и как мне сказал Гипна, идет даже очень отлично. И как мне заявили, просадки, FPS, оптимизация, самое больное место, наверное, для игроков Everima, должно наконец-то исчезнуть навсегда на этом этапе. В общем, ждем, верим и надеемся. Потом не пишите мне в комментариях, что Sky ты нас обманул и прочее. Я не разработчик, ребят. Я лишь предоставляю для вас информацию, так как мне ее доносят разработчики. Да, было множество проблем с переносом игры на новый движок, но барьер вроде бы как пройден. И, кстати говоря, то, что вы видите на дорожной карте, что должно войти в обновление 6.5, это не все. Вместе с обновлением 6.5 мы должны получить, ну, по крайней мере, я знаю точно, двух динозавров. А третий, ну, короче говоря, Траодон и, конечно, барабанная дробь, Цератозавр. Бэйпиозавр пока под вопросом, но возможно. Да, а теперь о новой карте.
Я очень был разочарован. Новая карта Gateway не выйдет с обновлением 6.5, а войдет в 7-е обновление. Единственное, что мы сможем вскоре увидеть, это стресс-тесты на немного измененной карте с новыми строениями и другими активами. Также мы увидим совершенно другую производительность игры. Вроде бы когда. Также, как и говорил ранее, об изменении дорожной карты. Обновление 6.5. Было резко раздуто для разработчиков, как они утверждают. И Gateway даже не существует пока на дорожной карте. Это подход к игре. Это не тот, который они хотят продолжать. Новая дорожная карта будет развернута вместе с выходом обновления 6.5, которое будет отражать дополнительный контент, который в разработке. Да, конечно, здесь меня разработчики очень удивляют. На новой карте Gateway будет создана абсолютно новая большая структура, которая, безусловно, станет огромной достопримечательностью на Gateway. Простираться она будет на большом расстоянии. Кстати, вот некоторые скриншоты создания. То есть мы получим новый купол. Он станет поистине больше, чем те же вольеры и нынешние куполы. Поэтому потребовался некоторый новый дизайн. Как только внешний вид основания был смоделирован, задачей разработчиков было начать концептуализацию входов и внутренней эстетики нового купола. Если это так, то, конечно, это потрясающе, на мой взгляд. Помимо базовой структуры, интерьер также был разработан с темным освещением и извилистыми залами, чтобы создать чувство страха и постоянного какого-то беспокойства, а также служить технической целью для людей в игре. Именно Generation 2. Кстати, давайте посмотрим на концепты внутренних помещений, переходов строений. Как мы видим, нам представлены большое количество разных видов входов в новый купол, в который будет несколько способов попасть людям и динозаврам, находясь под водой, в воде, на суше. Некоторые из этих входов могут быть недоступны для более крупных существ в зависимости от того, отремонтированы они или нет. Однако другие будут просто недоступны для водоплавающего зверя. Поистине это должно быть очень страшным. Для тех, кто не видел некоторые звуки и анимации цератозавра. Обратите внимание на первое оружие человека в игре. Первая вариация лома, как и говорил ранее. Меня часто на стримах спрашивают о гипсилофодоне. А именно, сможет ли данное существо, подобно герерозавру, лазить по деревьям и скалам? Да, данная функция у него появится, но только после выхода герерозавра. Поговорим немного о Диаблоцератопсе и Галимимусе. Диаблоцератопс. Брайан Филлипс не перестает на своих стримах нам показывать. Радовать новыми анимациями, разработкой данного будущего существа. Диаблоцератопс будет обладать механикой спарринга. То есть, появится резон бороться между игроками на цератопсах. Типа, знаете, дуэли в Бермуде. Но эта стойка может быть использована в бою. Посмотрим на некоторые анимации Диабло. Галимимус. У данного динозавра будет достаточно интересная игровая функция как в одиночном выживании, так и в стаде, находясь со своим видом. Система с новой механикой. Кстати, на мой взгляд, она очень крутая. Скорость Галимимуса будет зависеть от его рациона. Вы будете бежать быстрее, если позаботитесь о своих правильных питательных веществах. Лидеры групп с хорошей диетой также смогут оказать положительное влияние на скорость товарищей по команде при совместном путешествии. Также можно повысить скорость друг друга с помощью криков-призывов. То есть мы будем давать буст, грубо говоря, к скорости. На самом деле это достаточно прикольно и круто.
Все это, конечно, будет тестироваться и дорабатываться должным образом перед полным релизом Галимимуса в игру. И, кстати, вот еще одна затравочка — Цератозавр. Но это уже совсем другой ролик, который должен следом выйти за этим выпуском новостей. Так что прямо сейчас поставь пальчик вверх, подпишись на канал, нажми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые стримы прохождения и новости касаемо игры The Isle of Rima. Также я всех призываю подписаться на наш канал Яндекс.Дзен, вступать в нашу группу ВКонтакте и вступать в наш Дискорд. Все ссылки будут в описании. Ну что же, всем хорошего выживания. До встречи. Пока.